В одном регионе молодым считается человек до 30 лет, в другом до 40, а где-то и до 45. Такая нестыковка возникает из-за того, что закон о молодежной политике в каждом субъекте свой. И вот в этом году планируется принять единый федеральный закон о молодежной политике, где учтут опыт регионов и выбирают единый подход к определению понятий. Проект разработан в Совете Федерации и отправлен на общественное обсуждение в регионы. В законе очень четко даются понятия государственной и финансовой поддержки молодежных общественных организаций, объединений и молодежных инициатив. То есть, когда молодой человек хочет продвинуть свой проект, свою инициативу, куда и за какой поддержкой он может обратиться. Сейчас донские парламентарии вместе с общественниками и представителями молодежных организаций разрабатывают свои предложения в законопроект. Например, учесть возможность работы в молодежном парламенте любого молодого гражданина без обязательной принадлежности к общественной организации. Пока федеральный закон этого не предусматривает. Нет закона, нет четкой цели, нет четких задач, не будет и финансирования. Сейчас наша программа, вы знаете, финансируется по линии образования. А закон, он, конечно, даст дорогу и дальнейшую развитию сферы нашей в целом. После принятия федерального закона не утратят силу и областной. Регионы смогут создавать свои формы поддержки молодежи.